Конкурс-фестиваль «Сияние звезд» уже не первый раз собирает самых талантливых ребят из России, Крыма и СНГ. Полуфинал конкурса проходил в Феодосии, и уже оттуда лучшие из лучших приехали на суперфинал в Ульяновск. Директор конкурса Ольга Беляева признается, что работать с детьми всегда непросто, но очень интересно. Объединить вокруг себя столько людей разных национальностей, людей с разным менталитетом, как это Белоруссия, Казахстан и Крым. Но как только начинаешь репетировать, как запела с детьми, и про все забыла, все трудности уходят. Для многих ребят этот конкурс – отличный шанс заявить о себе. Лучшие чтецы, музыканты, танцоры и вокалисты. Маленькие и большие звездочки – те, кто уже успел многого достичь, и те, кто только начинает свой звездный путь. О том, как пение стало неотъемлемой частью жизни, с нами поделилась одна из участниц конкурса. Просто когда еще маленькая была, все время ходила, пела, и мама меня просто отдала на кружок по вокалу, и там сказали, что у нее есть талант, и давайте его развивать. Талант – это то, чем обладает каждый из участников. Определить лучшего из лучших было непростой задачей для жюри. И все же победители были названы. Гран-при в номинации «Народный вокал» получила Уленгия Дуброва из Феодосии, а вот лучшим в эстрадном вокале стал наш земляк, студент педуниверситета Виталий Клюев. Именно эти ребята отправятся покорять Китай. Уже в 2018 году они примут участие в 4-м международном фестивале-конкурсе «Звезда Пекина». Кристина Жакот, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.